Накануне администрация Северодвинска выехала на строительные площадки нового жилья. Итоги проверки обсудили на планерке у главы города. Особые поручения даны заместителю мэра по городскому хозяйству. Вы всегда на контроле. Первое, это все-таки ветхое аварийное жилье, Виктор Владимирович, поэтому жду, срок вам 28 число. Значит, до 28 числа мне, пожалуйста, графики по 25 кварталу объект 07. Значит, график должен быть строительства. То, что касается 09 квартала, это 17-я позиция, тоже должен быть. И то, что касается реализации по федеральной программе катка, значит, тоже до 28 числа тоже жду график.